Привет, друзья рыболовы! Сегодня мы опять будем рыбачить в заповеднике Тайчжэнь. И ловить я в этот раз буду нерку на крупный воблер лосось по дну, заброс 15 и 30 градусами по компасу. Ловить рыбу эту очень интересно. Это лососевая рыба, в жизни вкусная, в игре компьютерной просто интересная. Рыба очень красивая и в наших местах редкая. Поймать ее реально только на компьютере, чего мы и делаем. Бывает она на многих локациях реки Амур, но не всегда. Проверять время ее захода, это проходная рыба, нужно на сайте tr2.ru. То есть сразу смотрим, открываем сайт tr2.ru, смотрим, на какой локации эта рыба, и тогда уже на доступную локацию и из тех, что у нас открыто, заходим и ловим очень неплохо. Вот такая вот красавица. Но в жизни она такой бывает только в брачный сезон. Так она серенькая, обычная. Ловите, как я, и вы обязательно поймаете. А может быть, даже больше.